Всем привет, ребята, меня зовут Анна, сегодня мы с вами играть в Майнкрафт. Помните, в прошлой серии я добежал до этой деревни на шоу. Правда, эта серия была за короткая, но я тоже решила это посмотреть. И сегодня мы будем будет эту деревню вытащить. Я ее не вижу довольно давно. Кстати, здесь жители без меня не скучали. Они тут что-нибудь хотят? Нет. Так, ушки, беленькое поменяли. Кстати, раньше здесь была просто вот так обычно, не вот так белая, а вот, например, просто стекло, просто прозрачное стекло, не белое, а теперь белое поменяли нас. Ну, какие они уже стекло тут продвинуты. Я думаю, наша цель так и будет всегда с этим. Вот так. Вы пора подвигать, потому что она уже у нас несколько. Нога, блин, вот, давайте. Коробкой подходим. Ладно, ноги не помогают, только руки. Забираемся, да, есть. Фу. Что делать? Вытели. Ничего не делать, эти болезни. Тут нам... Нормально было, да, так... Я, пожалуй, лягу здесь. Всем привет, ребята! Вот я уж как-то добрался, мне помогли жители, в общем-то, я... вызвать скорую, потому что скорая наша мне и поможет. Это скорая, у нас только скорая микс пента, она для психов она помогла. Я не хочу все в больницу. Ах, ну давайте хотя бы на кроватке, прилегу. Но все-таки здесь вот ноутбук. Пожалуй, у них сейчас тоже будет, поэтому я сейчас думаю, он везде делал. Не ключи особенно, поэтому это шо. Снег, слушайте, ребята, уже снег, значит, нужно выслать уже снег. Уже это холодно, не мало уже. Уже холодно так сильно. По снегу лазить. Ах, давайте-ка. Кожа у нас была. Ай. Ах. Фух. Вот, ребята, вы мне купите. Что-то вот деревенька. А я здесь стою, как говорится. Но вот солнце, вот я смотрю, прямо на горе. Стою прямо. Сказать, передать какую погодку. Ну, погодка-то, в принципе, нормальная. И я думаю... Ой, что-то не получилось. Давайте я прощаюсь. Ролик уже достаточно длинный, выйдет на...